растворяешься, абсолютно растворяешься в их пластике, в их гармонии. И пусть сейчас все это случится. Это чемпионы России сезона 2020-2021 годов. Александра Степанова и Иван Букин. Это лучший прокат этой программы, который я видел в исполнении Саши и Вани. Так хочется, чтобы сейчас зал очень хочется, аплодировал, потому что не может быть вот этой тишины сейчас, после такого исполнения, после... Хотя я понимаю, знаете, потому что это настолько было... цельно, так знаете, и
И хочется еще смотреть и смотреть. Вот, вот, правильное слово. Есть желание, чтобы это не заканчивалось. Потому что раздаются молодцы, кстати, это, в зале. Да, вот это тоже молодцы, кто сумел организовать эту поддержку. Когда есть так... Начался разговор, и как-то такая пауза, такое многоточие как-то повисло в воздухе. Но при этом сегодня они откатались блестяще. Вы знаете, опять начинаешь вспоминать, что вот если бы эта маленькая неточность, которая была в оригинальном, они бы не были на этом месте, они были бы, конечно, сейчас ближе к пьедесталу, потому что этот танец точно достоин пьедестала чемпионата мира. Вообще, эта программа одна из лучших танцев на льду. Здесь всему есть свое место. Здесь каждый элемент филигранен. Но вот это особенно мне нравится то, что ребята создают такое, знаете, вот такую невесомость. Вот как вот сейчас вот платье вот на у Саши вот так вот слегка трепыхается. Вот такая вот невесомость, такая немножко неземная пластика. И это делает эту пару неповторимой. И, конечно, у ребят очень много поклонников. Вот этот знаковый элемент, знаете, такая визитная карточка Саши и Вани. И, конечно, хочется говорить и говорить о их наставниках. Ирина Жук, Александр Свинин. Люди, беззаветно преданные своему делу, у которых очень хорошая именно школа танцевальная. Много пар, которые вот сейчас из юниоров только переходят во взрослые. И это уже такая школа со своим лицом, своим характером. Вот он, характер сейчас какой был хороший у Вани. Саш, я понимаю, как тяжело было настраиваться на эту произвольную. Не на это место ребята рассчитывали. Тем более, после, у них уже были семьи. Да, ритм танца. Но они справились, они бойцы. Они, вот я вижу, что мы же чувствуем, да, что они улыбаются, потому что они здорово проехали. Здорово они понимают, откатали. Они это чувствуют, конечно же. И это говорит об их характере, потому что характер воспитывается и тогда, когда ты преодолеваешь. Ведь мы все держим в голове не только этот турнир, мы все держим в голове Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году. До них уже меньше года. И вот на таких турнирах, вот здесь вот, да, конечно, чемпионат мира – это главный турнир этого сезона. Но и сейчас есть, уже началась подготовка к Олимпиаде. Потому что нет более главного турнира для любого фигуриста, чем Олимпийские игры. Ну и оценки в итоге Александре Степановой и Ивану Букину. Оценки очень высокие, как и положено чемпионам России. 125,75 балла. Они с хорошим запасом опережают всех, кто катался перед ними. И сохраняют за собой лидирующую позицию. Итоговый результат 208,77 балла. Ну что же, все, что могли, Саша с Ваней уже сделали. Да, именно все, что могли, отдали своему танцу. И мы за это им благодарны. Спасибо большое. И теперь ждем, чем ответят соперники.